Но ты был неправ. Да? Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно.
что-то не вкурю, что делать? Перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет.
жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Использовать! Осторожно!
Ага, началось. Прикрывай спину. Что это там наверху? Сперва заморозить? Петро! Только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю. Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем.
Смотри, тут еще. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Вороны. Нет. Ла. Yes. Что приглянулось? Юная Трей, чем могу служить? Больше не давай это моему брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Это что-то. Счастливого пути.
Снова колокола. Видно, рядом Нарнирский сундук. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Мы внутри. Ну, конечно. А на чем они растут? Готовься! Отлично!
просто, да? Неплохо для начала. Ого! Вот это впечатляет!